Две медали разного достоинства завоевали российские тяжелоатлеты на юниорском первенстве мира, которое проходило в Тбилиси. Сочинец Вячеслав Яркин принес в копилку нашей страны серебро. Вторая медаль у Никиты Соловьева. Он завоевал золото в толчке и бронзу в сумме. Яркин выступал в весовой категории до 77 килограммов. Его соперниками были 30 тяжелоатлетов со всего мира. В сумме он поднял 333 килограмма, 153 в рывке и 180 в толчке, уступив лишь колумбийцу Ейсону Лопесу. Выступление нашего спортсмена проходило на фоне полученной на сборах травмы. На помосте в Грузии он был повторно травмирован, но проявил волевой характер и все-таки взошел на пьедестал. У Вячеслава Яркина отличные перспективы стать одним из лидеров сборной России в следующем олимпийском цикле, отметил главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Александр Венков.